Radio Intense. We'll be right back.
Ну что, наверное, ого, как громко. Хотел сказать всем привет в первую очередь. Очень рад вас видеть после такой нашего четырехнедельного перерыва в связи с Global Gathering. Мы были вынуждены отдохнуть. Очень рад снова видеть вас всех здесь на радио Intense. Это Supreme номер 129. И сегодня, наверное, очень такой интересный выпуск, потому что, наверное, впервые я не готовил трек-лист заранее. Обычно для Supreme'ов я всегда прорабатываю каждый трек. Сегодня это будет полный экспромт, но так или иначе, это будут самые свежие треки. Очень рад вас всех здесь видеть. Вижу, у нас собирается хорошая публика, веселая. И следующий трек – это уже Filterheads, трек, который называется Atlantic. Вот, и с вами Спартак, и это Supreme 129. Спасибо, что вы с нами. Слушаем хорошую музыку. Всем peace. We'll be right back.
Еще раз всем привет, хотел бы снова поприветствовать всех тех, кто только подошел к нам сегодня здесь на Radio Intense. Опять же, мы давно не виделись, всем респект, невзирая на то, что сегодня такая летняя пора, нас уже больше, чем 160 человек. Надеюсь, сегодня до 200-ки мы дойдем, до размера маленького небольшого клуба. В любом случае, сегодня такой очень летний эфир, потому что эфир очень расслабленный. Никаких трек-листов, никаких плейлистов, только музыка, только отличное настроение. Мы сегодня все здесь на огромном взводе. Я надеюсь, Кирюха вас прекрасно разогрел. И сегодня я буду играть, конечно же, самую свежую, самую лучшую музыку, на мой взгляд. Сейчас это Pleasurecraft и трек, который называется... Господи, как бы он называется? Да неважно, увидите трек-лист чуть-чуть попозже. Вот, в любом случае, это Supreme 129, с вами Спартак, я очень рад вас всех видеть. Realness.
Ну и пока рассосался наш вместительный бэкстейдж, я хотел бы снова поприветствовать всех, кто только подошел сегодня к нам на Radio Intense. С вами Спартак, это Supreme 129 после небольшого перерыва на Global Gathering. К сожалению, а может и к счастью, я должен заявить о том, что у нас будет следующий перерыв. В августе я решил не проводить свое шоу. У нас будет эфир из клуба Queens, ночного клуба Queens, который буквально вот-вот откроется, и мы... Это наш стратегический партнер, где мы будем тоже вещать. Это будут очень крутые эфиры, но это будут не Supreme. Supreme восстановится в сентябре, поэтому надеюсь, у вас будет время соскучиться. Хотел поприветствовать всех, кто пишет сегодня в чате. Очень, очень рад видеть вас, ребята. Очень видеть рад ваши комментарии, потому что, невзирая на летнюю жару, вы все-таки активны, и вы пишете, отписываетесь и поддержите нас, диджакеев. Вот, а что касается диджеев, то это Bass Club, лейбл, который называется Great Stuff, и трек, который называется Back to Future, по-моему. Всем большой респект, это Supreme 129, с вами Спартак, и мы слушаем очень крутую, свежую и классную музыку. Это Синиша Томолович, трек, который называется «Оргазм». Очень крутое, по-моему, название для такого правильного пропер-техно в ремиксе от Холлен. Надеюсь, что вы с нами, и вам очень нравится эта музыка. Потому что действительно, это самая отборная музыка, которая вышла буквально на протяжении прошлой недели. Supreme 129, с вами Спартак, и мы на Radio Intense. Get it.
Еще раз всем привет, как я уже говорил недавно, проясню немножко причины своего молчания. Дело заключается в том, что очень много иностранных слушателей смотрит Radio Intense, и поэтому получается порой они просто не понимают, о чем я говорю. И очень много просьб о том, что чувак, ладно, если не говоришь по-английски, хотя бы просто молчи. Вот, нас смотрит сейчас человек 160, а потом пересматривают около 30 тысяч пользователей радиошоу, поэтому для них я вынужден не так много засорять эфир нашим прекрасными русскими словами. Вот, но так или иначе, я очень рад вас всех здесь видеть. Вам всем большой респект. И сегодня мы слушаем в очередной раз двух таких разрывных ребят. Это Angie Core и Coin Groenwald. Трек, который называется Out of My Way. Вдали от моего пути. Ну, не знаю, насколько вдали, потому что это действительно обе эти работы очень ассоциируются с двумя этими самыми продюсерами. Это действительно великолепные работы. Работа в стиле Minimal Techno, которую я с огромным удовольствием играю сегодня для вас в рамках Supreme 129. Out of my way.
На самом деле вижу, что нам тут передают привет из большого количества стран. Вам всем тоже привет из Броварова, это рядом под Киевом. В том месте, где находится наша студия, в том месте, где сейчас находится огромное количество людей за камерами, вы просто их не видите. Всем большой привет, всем большой респект. Рад презентовать сегодня свой трек, который называется Code Zero. Буквально совсем скоро вы услышите его в рамках, выпущенным на лейбле IM Techno.
И очень подло, наверное, с одной стороны, а с другой стороны, здорово, что я говорю на этой яме. Хотел бы всех поблагодарить за то, чтобы сегодня вместе со мной и презентовать свой новый трек, который еще до сих пор не имеет названия. Вот, я его буквально писал на прошлой неделе. Вот, он очень мелодичный, потому что я задолбался писать треки без души за последнее время и решил, что пора все-таки включать мою мелодичную сторону. Вот, поэтому вот этот трек без названия, но рад его вам представить. Надеюсь, он вам всем понравится. Это Supreme 129, очень необычный Supreme. Supreme абсолютно незапланированный, с очень классной музыкой. Как я предупреждал, этот Supreme весьма спонтанный и
Хотя я сегодня отыграл достаточно много треков, но мы очень быстро подобрались к концу, даже для меня настолько быстро, неожиданно. И трек называется «Nothing to lose», «Нечего терять», от A2A и Алекс Берг в ремиксе от Оливер Молден, супер-пупер чувака. Конечно, вы знаете, что я не могу закончить свой сет, не сыграв какой-нибудь очень мелодичный трек. Но при всем при этом... Да, очень плохо говорить во время слов. Наверное, я помолчу. Не буду молчать. Увидимся все завтра, уже буквально 2-го в городе, славном городе Севастополь, 3-го в городе Евпатория, 4-го в Алуште, 5-го в Новом Свете. Я буду отдыхать с женой, никто меня не будет трогать. А 6-го мы увидимся в Феодосии, ночной клуб 117. Я очень буду рад вас видеть. Это последний Supreme перед каникулами. Потом у нас будут небольшие каникулы, и с осени мы снова взорвем. Очень вас люблю. Спасибо большое, что были со мной. С вами был Спартак, Supreme 129. И 130-й Supreme начнет новый сезон в сентябре. Поэтому, как говорится, мыльте лыжи, готовьтесь. Мы будем вкушать новую музыку уже осенью. Очень буду рад вас снова видеть. Всем респект. Nothing to